Стрельбу по полицейским открыл 35-летний житель Одесской области. Он забаррикадировался в своем доме после визита правоохранителей. У мужчины было оружие. От переговоров с полицией он отказался и вместо этого бросил в силовиков шумовую гранату и открыл по ним огонь. Один полицейский получил ранение. Жители соседних домов эвакуировали, нарушителя задержали. Известно, что он состоит на наркоучете. Задержанному грозит от 9 до 15 лет лишения свободы. Працівник поліції отримав вогнепальне поранення лівого передпліччя та тулубу. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 348 Кримінального кодексу України. Серед цивільного населення ніхто не постраждав.